В начале декабря традиционно отмечается интересный и особенный праздник, посвященный наступающему Новому году. День заказов, подарков и написания писем Деду Морозу. Он посвящен всем, кто верит в этого зимнего волшебника и с нетерпением его ждет. Скоро Новый год, все в предвкушении чудес и торжества, подарков и сюрпризов. Везде идет подготовка к празднику, украшаются елки, загораются праздничные огни. И как раз время загадывать заветные желания. Ежегодно дети просят у главного волшебника различные игрушки, гаджеты и сладкие подарки. А что бы попросили у Деда Мороза их родители, узнали на улицах города. Ой, я даже не знаю. Нормальную работу. Новогоднего настроения, в первую очередь. И чтобы погода не слишком холодная была. Ну, чтобы у всех было счастье. Сессию закрыть. Без долгов. Путевка на Байкал, может быть. Билет домой. Нет, уже не верю. Но сыну своему маленькому всегда говорила, что он есть. И мы ходили с ним, елочки маленькие, шептали, что надо купить. Права. Машину. Самую простую. Шоколадку, может. Самую вкусную. С малиной. Здоровье. Остальное купим. Я хочу много денег. И чтобы на меня кредит сняли. И все, больше ничего не хочу. Успеха в будущем году и успешной сдачи экзаменов. Поступить в тот вуз, в который я хочу. Настроение больших леденцов сладеньких. Мне вот сейчас хочется прям сладкого. Ну, я думаю, все. Мне для счастья ничего больше не нужно. Счастье в мелочах, ребята. Новый год – изумительный праздник, который делает нас, взрослых и серьезных, снова детьми. Мы ждем и готовимся к этому волшебству, а еще загадываем самые сокровенные желания. Как в детстве, от всего сердца, с верой в чудо. Присоединяйтесь и вы к этой действительно замечательной новогодней традиции. Напишите письмо Деду Морозу.